Главное танцевальное событие года. В выходные челябинцев захлестнут латинские страсти и закружит в вальсе. В городе будет проходить кубок губернатора по танцевальному спорту. В этом году участвуют в нем 2000 спортсменов из 15 стран. Самым младшим – 3 года, самым опытным – 50 лет. Выйдут на паркет и мировые звезды. В преддверии кубка губернатора мастер-класс уже дал Марек Хойнацкий. Надо проще это проконтролировать. Окей, еще раз. Вперед больше. Сейчас стоп. Опять. Вперед, партнерша, я назад. Окей? По-русски Марек говорит не идеально. Иногда переходит на английский. Ученики ловят каждое слово и следят за каждым движением. Марек – мастер бальных танцев из Польши. Челябинцам рассказывает, чтобы дом был устойчив, важен фундамент. Поэтому больше всего внимания танцовщикам стоит уделять отработке основ классического танца. Мы занимаемся чуть-чуть принципами, которые касаются стандартных танцев, потому что, ну, как в любом виде спорта, очень важна основа и вещи, которые, на которых строится данный вид спорта. Мы пытались сегодня обратить внимание на некоторые принципы, которые очень важны. И сначала я, конечно, попросил их, чтобы они станцевали, а потом старался как бы дотронуться к вещам, которые в первую очередь мне были заметны как не совсем корректно. Всего для челябинских танцоров проведут мастер-классы 7 мастеров из Польши, Латвии, Италии и, конечно, России. Сами соревнования состоятся уже в это воскресенье, 9 апреля. Впервые за 16 лет турнир будет открывать лично губернатор Борис Дубровский. Первый из глав региона, кто посетит соревнования. Трансляцию можно будет увидеть на нашем сайте 1obol.ru, а также на нашем канале в 19:30.